При счете 3-2 казалось, что у Dream Team появилась возможность отыграться после неудачного первого тайма. И такой вопрос, почему два разных тайма в исполнении Dream Team и сыграло ли удаление решающую роль в итоговом результате? Ну, сегодня, несомненно, сказалось отсутствие нашего лидера, это Тагиров Багаудин. Плюс ко всему удаление второго лидера Наурузова Тагима. Но это все, конечно, не дает нам причин для расслабления. И мы просто не поймали свою игру. Вот именно в первом тайме. А во втором игра пошла, мы забили два мяча хороших. Но в первом тайме почему-то не могли поймать свою игру. Но когда мы играем своей манере в пас, нас очень тяжело остановить. Ну почему-то сегодня не получилось у нас. В первом тайме очень много игроков Dream Team подключались, защитников именно, подключались к атаке. И часто прессинг на контратаках вас ловил. Это такая задумка была сразу выйти на то, чтобы одержать именно победу и ни о каком другом результате Dream Team не думал? Само собой, каждый матч для нас важен, как за первое место. Мы каждый матч выходим только на победу, независимо от команды, с которой играем. А касаемо флангов, мы хотели растянуть прессинг, потому что они собрались в центре. Хотели немного растянуть их по краям и освободить зону для игры. В принципе, это у нас тоже получалось. Первый тайм лучше получался у прессинга, нежели второй. Какими проблемами столкнулась команда во второй половине встречи? Первый тайм действительно получился хорошим, потому что мы... потеряли очень важные 3 очка, на которые мы рассчитывали с Игорем Манасом. И отступать, как говорится, было уже некуда. Мы немножко внесли коррективы, да, вот, нежели там в предыдущих матчах. Мы преднамеренно отдали инициативу Dream Team. Вот, и, как говорят, за счет дисциплины, да, вот, в игре результат дал о себе знать. Там. Да, немножко вот при счете 3-0... немножко расслабились, хотя говорили мы им не расслабляться. Ну, Dream Team сильная команда. Вот. И у нас всегда с ними принципиальные игры. Мы недавно встречались с ними в кубке. Вот. Прошли, ну, по пенальти. Надеюсь, соберемся на следующих играх. У нас не очень хорошее положение в турнирной таблице. Вот. Нам надо выходить и сохранить место в премьер-лиге. Прессинг должен быть. Еще хотелось бы уточнить по поводу Ефремовых. У двух братьев было огромное количество моментов в концовке. И будет ли какой-то разговор с ними по этому поводу? Или команда ограничится тем, что порадуется победой и просто скажет, что реализовывает? Результат на табло, то есть мы победили. Ну, о чем говорить? Там, ну, в этой игре, если там что-то не получилось, надеюсь, вот в следующей игре они реализуют свои возможности. Главный результат. 3 очка у нас есть, и остаются там 2-3 игры, там, и надо брать во всех, чтобы сохраниться.